Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как влюбить в себя мужчину, у которого есть симпатия и дружеское отношение. Сейчас, пока на расстоянии в другом городе, уехал на месяц, иногда переписываемся. Иногда он мне пишет, иногда я постоянно боюсь писать ему первое, чтобы своей настырностью его не отпугнуть и ему не надоесть. Мужчина прямой, закрытый, бывает резким, но глубоко в душе добрый, любит себя, серьезный, сложный, я бы сказала. Когда я с ним общалась вживую, то болтали часами ни о чем. Чувствуется, как родственная душа. Может не влюбить, но вывести его на этап влюбленности и на этап более чем дружеских отношений. Я девушка скромная, стервой не умею быть. Благодарю. Вы знаете, вот здесь в вашем тексте, да? Угадывается следующий аспект. Значит, во-первых, вы думаете, что можно человека влюбить в себя, как-то через силу. То есть, ну вот, взять и влюбить. Вот. Хочется, наверное, вам сказать, что это невозможно, с моей точки зрения. Да, мужчину можно очаровать, это правда, мужчину можно очаровать, да, действительно. А можно как-то вот пустить перед глаза и показать человеку, что вот, смотри, я такая, вот, к примеру, ну, какой бы ты, допустим, там, не знаю, хотел бы меня видеть, например, да, или я такая, какой бы ты хотел видеть свою женщину, допустим, вот. Я знаю, чего ты хочешь, ну, опять же, к примеру, вот, а я могу тебе это... Могу тебе это дать. Вот. Ну и вы, соответственно, показываете человеку, что можете ему это дать. Вот. А как долго вы продержитесь в этом направлении, да? Как долго вы продержитесь? Ну, это вот вопрос, на мой взгляд, риторический. Вот. Поэтому влюбить кого-то в себя, на мой взгляд, да? Это очень неблагодарно и тяжелая задача. Вот. Которая, на мой взгляд, совершенно не то чтобы не стоит того, да, но просто может быть очень-очень сильным разочарованием в этом, да? Следующий вопрос, который здесь возникает, это то, для чего, собственно, у кого-то в себя влюблять. Да? Ну, то есть, если вы человека любите, если вам человек нравится, вот, если вы, ну, как-то, не знаю, заинтересованы в человеке, да, и так далее, вот, то почему недостаточно вам, к примеру, просто иметь возможность для него что-то делать? И зачем его именно в себя влюблять? Вот. Когда вы хотите кого-то в себя влюбить, эта история очень часто про что? Это история про то, что мне это нужно. А если вам это нужно,
то речь идет не совсем про чувства с вашей стороны. Кстати, какие они, ваши чувства к мужчине? Вы говорите, что хотите его влюбить в себя, но не пишете ничего про то, а любите ли вы его, ну, любите ли вы его сами. Вот. То есть, какие чувства у вас к человеку есть. Вот. И, соответственно, что это за чувства, да? Вот. Дальше. Значит, и как я уже сказал, если человек хочет влюбить в себя, значит, другого человека, ну вот, то с большей долей вероятности мы можем говорить о том, что здесь имеют место быть какие-то потребности того, кто хочет себя влюбить. И наша задача с вами, пожалуй, в том заключается, чтобы увидеть, что это за потребности. Ваши потребности. Какие это потребности. Вот. С чем эти потребности связаны, да, вот, и, значит, что за ним стоит, вот, дальше идем. Вы пишете о том, что не хотите человеку надоедать. Вот. Боитесь вы быть настырный, например. Да? Вот. Это про что? То, что вы боитесь быть настырным. Это про проблемы самооценки. Это про проблему именно с самооценкой в данном случае. И вам, как мне кажется, нужно здесь работать именно с этим, с самооценкой своей. Вот. Необходимо ее повышать, необходимо ее корректировать, да, понимаете, вот, и чтобы вы не боялись себя проявлять, если боитесь. Ну, у меня есть ощущение, что боитесь, конечно. В данном случае. Вот. Дальше. Вы пишете, мужчина прямой, закрытый, бывает резко, но глубоко влечен, добрый. Вот. Тоже здесь, конечно, есть некоторые вопросы. Вот. Именно вот вопрос. Yes. Откуда вы знаете, что он добрый?
Вот. Не является ли это идеализацией в данном случае, ну, в данном случае. Вот. И то есть не проецируете ли вы на человека? Вот. То есть не проецируете ли вы на него то, что хочется вам в данном случае. Дальше. Вы пишете, чувствуется как родственная душа. Опять же, это ваше ощущение, его нужно поисследовать, что за ним стоит. Вот. И почему вы думаете, что нужно быть стервой, чтобы в кого-то в себя влюбить? Ну, в частности, мужчин. Вот. Дальше. Значит, вы вот хотите, значит, узнать, как любить себя мужчину, а я думаю, что для выстраивания качественных отношений вот, я так думаю, вам достаточно просто быть искренней с человеком. Вот. Такая вот история. То есть просто быть собой. Другой вопрос. Умеете ли вы быть собой? Вот. Умеете ли вы быть собой? Если не умеете, то мы научим. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Значит, буду рад вам помочь. Удачи.